Я прочитал четвертое письмо из государства Лат. Оттуда я узнал, как играть королевскую секунду. Это четвертая и пятая ступень. Еще я оттуда узнал, как играть тоническую секунду. Это первая и вторая ступень. Если сыграть охранника, принцессу и короля, то получается такой аккорд. Он очень напряженный, и разрядить его может только тоническая квинта. Если к тонической квинте добавить фрейлину, то получится тоническое трезвучие. Открой, пожалуйста, песенку к четвертому письму. В этой песенке охранник с принцессой и королем-доминантой создают тревожное настроение, но тоника разряжает обстановку. Сыграй, пожалуйста, Андрей.